Сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы почитал. И людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, и место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперта дверца, то жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность. Вот беда! И Бог жалел, что сердце это скрыто. Любви хотел налить. Да вот куда? И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшин и от души старался, им счастье в сердце бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать, и всех вокруг в утрате обвиняли, забыв самих себе вину искать. Ведь если б мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить, кувшин волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете, огромный ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один, без просьб конвертик. Благодарю за все тебя, мой Бог.